Всем подписчикам привет! Сейчас хотел поделиться с вами способами, с помощью которых можно самостоятельно удалить сирную ушную пробку из наружного слухового прохода. Рано или поздно, хотя бы раз в жизни, каждый из вас сталкивался с этой проблемой. Иногда поход к морврачу – целая проблема. Я сейчас вам расскажу о способах, которым можно удалить эту пробку. Я придумал вот такой тренажер, который состоит из вакуумного шланга от автомобиля «Жигули» и наконечник от прибора для измерения давления. Можно прямой наконечник. Этот тренажер уплотняется вот таким набором вкладышей от наушников. Наушники для компьютера. Получается вот такой тренажер. С помощью этого тренажера вы можете создать вакуум в вашем ушном проходе. Но перед этим вы должны эту пробку размягчить перекисью водорода 3% медицинской, закапав в ухо, и пробка размягчится. Но ни в коем случае не пытайтесь ее удалить ватными палочками, вот этими, которыми только дальше запихнете пробку внутрь. То есть вы размягчаете пробку перекисью, затем этот тренажер засовываете в ухо и сделаете там вакуум за счет откачивания ртом. Создается вакуум, и пробка у вас продвигается к наружному проходу на выход. Или есть сейчас аппарат, который выпускают китайцы, ВАК, так называемый вакуумный удалитель пробок. Он из себя представляет вот такой небольшой вакуумный насос с небольшим давлением. И на нем насадки силиконовые для введения в ухо. Вы включаете аппарат, он начинает у вас создавать внутри вакуум. С помощью этого аппарата после размягчения вы вот таким вот образом удаляете остатки этой неудалившейся пробки. Здесь также есть еще и удобный такой фонарь, которым можно посмотреть, где находится эта пробка. Если совсем уже не смогли ничего с помощью этих методов удалить, пробка у вас уплотненная, то есть такой шприц разовый Жане, так называемый шприц Жане большого объема на 150 мл. Этим шприцом можно вымыть эту пробку. То есть вы должны кипяченой теплой водой заполнить шприц, в него входит 150, и промыть свой ушной проход. Но перед этим вы должны оттянуть ушную раковину назад и кверху, и по задней стенке, в верхней стенке, по задней, с помощью струи, это кто-то еще один должен, помощник, вы вымоете эту пробку струей воды. Меньшим объемом вы это сделать не сможете. То есть вот такой шприц Жане, он есть тоже в аптеке в продаже. Спасибо всем за внимание. Приходите на канал.